Приазовском ну, районе, как мать вы у меня жили? умерла, отец лишён родительских прав. Я на опекунстве у сестры, получается, вот 18 лет мне исполнилось, опекунство сняли. Работа там в селе, ну, как, штукатурить, шпаклевать. Mm-hmm. Много чего полезного для себя узнаю и, как бы сказать, ну, не знаю, и себе полезно. То, что дома там тоже и ремонт, и все. И так, для себя. И, в принципе, работа такая, как бы, везде нужна. А так вот, посмотреть на вот юриста, вот этих вот бухгалтеровых куча. Поэтому решила уже так. Тут, скорее всего, что я уеду в Евпаторию. У меня там двоюродный дедушка, как бы, по маминой линии. У него там знакомые, я буду учиться на милиционера дальше. Вот, получается, с 1 июня я заканчиваю, сдаю дипломную работу. И через время, на лето у меня дедушка устроит на работу, я буду работать. И уже с 1 сентября буду учиться дальше.